объектах, которые можно посмотреть живую черепаху. Огромную. Вот настолько огромную. Конечно же, здесь, да, вот там она. Вот этого мужика можно купить водоросли, которыми может покормить черепаху. Она им питается. Что, погнали, посмотрим. Итак, сегодня мы заглянем в гости к зеленым морским черепахам, обитающим на пляже Turtle Beach в Хикадуве. Эти черепахи уникальны тем, что они травоядные и питаются в основном морской травой и водорослями. Эта диета придает зеленоватый цвет их хрящам и жиру, отсюда и название «зеленые черепахи». Известно, что морские черепахи помогают экосистемам, ведь в основном они едят водоросли, которые активируют и стимулируют рост растений. Заросли водорослей – важные районы для размножения и развития многих морских обитателей, поэтому очень важно, чтобы эти места процветали. Регулярно питающиеся морской растительностью черепахи обеспечивают здоровые густые плантации зарослей, как среду обитания для размножения других морских обитателей. Вместе с водорослями различные морские черепахи также едят и другую пищу, например, кожистая черепаха питается медузами, а настоящая карета – морскими губками. Да, известно, что рептилии, живущие в море, могут быть как хищными, так и растительноядными. Встречаются также и всеядные виды. Это морские черепахи в природе питаются пищей любого происхождения. Для этих животных характерна та же тенденция, что и для пресноводных. Молодые особи ведут активный хищный образ жизни, а более старые переходят преимущественно на растительные корма. Рацион питания зависит от конкретного вида. Так, оливковая атлантическая черепаха ест мелких беспозвоночных ракообразных. Это медузы, морские ежи, различные моллюски, крабы, морские звезды, улитки, морские огурцы, полипы. Они поглощают и растительность, растущую на неглубоком морском дне, а также водоросли. Некоторые черепахи в природе едят даже ядовитых медуз. Проникающий в их тело яд не наносит никакого вреда. Более того, его запах отпугивает других, более крупных хищников, благодаря чему рептилии получают дополнительную защиту. Интересно, что зубов как таковых у черепахи нет, но зато она обладает мощным клювом, позволяющим пережевывать крупную пищу. Между ног. Растолкнула черепаха. В общем, это была веселая кормежка черепах, как вы поняли. Приезжайте на Turtle Beach, в Хикадуву, в Шри-Ланка, и вот сможете здесь устроить такое вот шоу. А мы продолжаем изучать.